если сказание гласит «вначале было слово», то мы расскажем историю, в начале которой была вдохновляющая идея и мечта. Мечта горного схождения на пятитысячник, людей с ограниченными физическими возможностями из-за травмы позвоночника. Горы такой высоты заканчиваются ледником, а это значит, что на вершину можно подняться на нартах или санях. Восхищаемся вашей волей, вашей храбростью, смелостью. Вы действительно люди, которые совершили большой подвиг. Это, мало сказать, спортивный подвиг. Это еще и мощнейший символ к тому, чтобы призвать людей разных национальностей, представителей разных народов, представителей разных государств, жить объединенными какими-то добрыми, общечеловеческими целями. На мысль о 5000 метрах наталкивала предыстория. Американец Дон Хайден уже побывал на вершине высотой 4392 метра. Наш соотечественник, легендарный альпинист Адик Белопухов, после автомобильной катастрофы добрался на Эльбрусе до 4300 метров. В основе этого восхождения на Казбек есть какой-то высший смысл, продолжение логики конкретных человеческих судеб. Пережив страшную беду, 5 человек дальше испытывают себя по собственной воле. Кто сильнее – рок, слепые обстоятельства или жизнь человеческого духа? Крайне трудно, практически невозможно создать видео или словесный эквивалент этому восхождению. Можно воспроизвести только оболочку этого события, без нюансов, без психологии обстоятельств. Содержание показать нельзя. Здоровые люди не выдерживают условий высокогорья. В этом восхождении есть еще и другое, сложное по смыслу продолжение. Не бывает абсолютных побед, как не бывает абсолютных рекордов. Одно испытание – это дорога к следующему. Победа в горах проверяется на ровной земле славой, медными трубами. Ввязываясь в борьбу, невозможно знать, когда и чем она закончится. Благоразумные на это благоразумно не идут. Thank you.
Сейчас наше общество напоминает пионеров-первооткрывателей, но только сильно всюду опоздавших. Мы открываем для себя то, что давно и хорошо известно другим. Ситуация в обществе вокруг людей с судьбой, подобной участникам восхождения, сложилась дико, необъяснимо. Государство наше было очень добрым. И добрым потому, что все, на что можно было рассчитывать, могло дать только оно. И только одно оно. Унизительные крохи, но только от него. Получить же что-то за счет себя, благодаря своему интеллекту, энергии, наконец, другим способностям, это не допускалось. Только от государства, что и давало ему право называться добрым, гуманным и поддерживать атмосферу неистощимого самодовольства. Такая доброта, ломая личность, воспитывала банальное потребительство. Позаботилось государство? Спасибо большое. Ах, не позаботилось. Ну, значит, и проблемы такой нет. И ошельмованное общество стыдливо отводило глаза от десятков миллионов наших сограждан, находящихся в беде. По сути, при жизни лишенных права на жизнь. Иману Гусейнову 36 лет. Живет в Баку. Травму получил, сорвавшись с каната, натянутого над ущельем. Жизнь спасла речка, протекавшая внизу. Участвовал в 5-месячном супермарафоне по 15 бывшим республикам СССР. Я быстрее, чем в Жигули поеду. Это у меня моего характера. Лично собственную машину тоже, когда вожу, впереди какую-то другую машину не могу как-то терпеть. Но я понимаю, что это как-то рискованно, опасно. Но я привык всегда вперед заехать. Юра, гони, Юра! Во время марафона был главным возмутителем спокойствия. Постоянно уходил далеко вперед от остальных участников. За это был наказан. Приняли решение, что он будет замыкать колонну. Вы видите, как мучается неуемный дух честолюбивого Аймана. Очень трудно, говоря о пятерке наших героев, не сбиться на высокую патетику. Слишком уж важен нравственный пример этой пятерки для всех нас вместе и каждого в отдельности. Мы давно привыкли, что слова у нас на одном берегу, дела на другом. И они редко встречаются. Так и с правами ребят. Права должны не декларироваться, а быть правами в действительности. Восхождение, конечно, не акт отчаяния со стороны ребят, но форма борьбы с устоями общества, наследниками которого мы являемся, безусловно. А проще – пример борьбы за права человека. Это нравственный пример не только для приговоренных к коляскам, но и для всех нас, сегодня физически здоровых. Но если мы, здоровые, не способны создать всем равные человеческие условия, то напрашивается мысль. Может быть, среди физически здоровых преобладают нравственные инвалиды? Пресса в дни восхождения разом и вдохновенно заговорила о подвиге. Конечно, восхищаться другими много проще, чем оценивать объективно самих себя. Цивилизованный же мир уже давно волнует проблемы, до которых нам ой как далеко. Это отношение не только здоровых к людям с драматической судьбой, но и наоборот. А интеграция двух сообществ, как позже скажет Дмитрий Шпаро, может проходить только на условиях доверия, которые нам еще надо завоевать, доказав, что дремучее непонимание чужой беды, боли, а по большому счету самой сути жизни, преодолимы в сообществе так называемых «здоровых».
28-летний Георгий Кахриидзе из Тбилиси повредил шейные позвонки в 14 лет, неудачно прыгнув в воду. Подобная травма могла парализовать не только ноги, но и руки. Закончил юридический факультет университета. Несколько лет назад встал на водные лыжи и заслужил славу самого сумасшедшего лыжника Грузии. После тренировок на высоте 3700 метров перед самым восхождением был запланирован двухдневный отдых в Казбеке. Это то самое затишье, которое бывает перед штурмом. Прошло два дня. Участники восхождения вернулись на метеостанцию. И тут случилось непредвиденное. Погода испортилась на 8 дней. Это теперь известно, что на 8. А тогда впереди была полная неизвестность. Сколько теперь ждать погоды? Замаячил худший вариант – отмена восхождения. Казбек демонстрировал характер, устроив еще одну проверку. Проверку на выносливость – и физическую, и психологическую. Трудно было всем. Дело объединяет. А неизвестность? Неизвестность – она и есть неизвестность. В команде люди все абсолютно разные. Каждый со своим характером, своим жизненным укладом, собранный в единое целое из непохожих миров. А бедный Алф Энгессен, помимо всего прочего, находился в своеобразном языковом вакууме. С кем-то он общался на английском, но ведь и английский для него не родной язык. Нервы натягивались. Недоразумения возникали даже из-за того, что в некоторые русские слова ребята из разных стран вкладывали свой собственный смысл. Многоопытный Дмитрий Шпаро проявлял характер, твердо выводя всех на ежедневные тренировки. Пенникову 26. Он живет в Москве. За две недели до мобилизации из армии упал во время работы с антенны. До армии учился в Институте тонкохимической технологии. Чемпион России по армрестлингу. Несмотря на небольшой собственный вес, выжимает лежа штангу под 100 килограмм. Из нажумара переходить. Пробовать, по крайней мере, нажумаров. На этой точно не пойду. Thank you.
лицо Алфа-Энгесету 30 лет. Когда ему было 17, он сорвался с выступа 8-го этажа. Удивительно жизнерадостный Алф последовательно придерживается принципа «все сам». Несмотря на состоятельную семью, он работает на фабрике по производству инвалидных колясок. Справедливости ради необходимо вспомнить об Адике Белопухове, чей пример был перед глазами ребят. Адик Белопухов после травмы защитил докторскую диссертацию, руководил альпинистскими экспедициями, придумывал новые виды спорта, пытался покорить Эльбрус ползком. Восхождение. Это очень сильный эксперимент. И, может быть, даже заранее было трудно предугадать, чем же этот эксперимент закончится. То есть поднимутся ребята или не поднимутся. Но с другой стороны, вот лично у меня, понимаете, все-таки была такая уверенность, что из пятерых спортсменов, ну все-таки наверняка кто-то поднимется. Ну потому что это, если бы ребята все-таки не осилили Казбек, это вот противоречило бы некоторой человеческой логике, даже я не хочу сказать мужской логике, именно вот человеческой, что остается за кадром, что не показано в фильме. Вот может быть на самом деле в фильме не показано самое сложное. И вот может быть не показано самое сложное то, вот чего, может быть, я больше всего и боялся. Что было страшным, что было непонятным. Как же ребята все-таки смогут жить среди снегов в палатке. Но вот возникает проблема у этих ребят. Они по-другому относятся к холоду. Значит, я, чтобы согреться, я выхожу из палатки, там начинаю там перебрасывать тонну снега. Что может делать этот парень? Ну, значит, его надо посильнее укутать. Мы взяли для них очень хорошие пуховки. Такие пуховки, которые вообще, ну, надо с собой везти в Антарктиду, где минус 50, минус 60, минус 70. Люди, которые страдают тем же недугом, что и наши герои Казбека, глядя на этот фильм, они задают себе, может быть, не только вопрос о том, какова же технология восхождения, но и также о том, как же все-таки ребята справлялись своими личными проблемами. Для нас это всегда во всех арктических походах было неприятно. Для ребят в колясках это, конечно, еще более неприятно. И мы понимаем, если вообще говорить об интегрировании сообщества инвалидов в общество в целом, чтобы взаимоотношения между теми и другими строились на принципах доверия, чтобы один понимал, что нужно оказать минимальную поддержку, минимальную помощь, а второй понимал, что эту минимальную поддержку нужно принять. Артур Григорян из Армении. Ему 22. Травму получил во время страшного землетрясения в Спитаке. Из всего класса в живых осталось всего два человека. Артур, как и Иман Гусейнов, участник супермарафона 94 года. На границе Армении его встречал отец. В этом году отец Артура умер. Ну, хотя бы было очень трудно. Ну, сравнить с этим, это не надо сравнить, потому что там намного легко было. Потому что ты на асфальте едешь, а там на ледник. Ты висишь на, как бы, на веревке. Почему я поехал? У меня недавно вот скончался отец, и у меня мысль появилась, что я буду этот Казбек покорить для своего отца. То, что толкнуло меня вот это, чтобы сделать ради отца. Звучит глупо, в лучшем случае удивительно. С одной стороны, бездонные глубины бытия, непостижимость мироздания, с другой – бренность и простое человеческое существование. А над всем этим – вечная дума о смысле жизни. Существует мнение, что такие акции, они, в общем, чисто показательные и не имеют никакого истинного значения.
Ну, на самом деле это все очень сильно не так, потому что всем было очень трудно. И ребятам, спортсменам, и тем, кто был с ними. Трудности были обусловлены очень многими причинами. Одна из причин – это чисто, так сказать, связанная с горами, с непредвиденной погодой, с необычными условиями. Поговаривали о вообще необходимости отменить эту экспедицию в этом году. Потому что в этом году вообще год был суровее, чем обычно в это времена. Снега было намного больше. Поверьте, то, что они сделали, действительно трудно сделать. Но самое главное, это, конечно, сила духа. Без нее, без опоры на какие-то свои внутренние богатства, свое внутреннее понимание мира и смысла своей жизни, конечно, закончить успешно экспедицию ребята бы не смогли. Все это мероприятие я, конечно, рассматриваю как еще один способ совершенствования души, то, ради чего вообще люди живут. Тогда, когда уже казалось, что нет больше сил никаких, вот тогда размышления о высшем смысле, о Боге, они давали ту силу, ту свежую струю, когда человек выходил на иной уровень, человек находил в себе силы и радость дальше участвовать в экспедиции, достойно участвовать. Ребята внутренне как бы закаляются, то есть закаляется их внутренний мир, происходит постоянное там осмысление того, что с ним происходит. На 9-й день ожидания на метеостанции непогода смилостивилась, и вертолет поднял пятерку спортсменов в базовый лагерь, теперь уже засыпанный 2-метровым слоем снега. Это была высокая степень риска. Вернись, метели облака, и нельзя будет даже эвакуироваться. И мне кажется, что немного вот те суровые условия, которые были в горах, горы вообще очень хорошо учат, может быть, так же, как и там север, положим, своими природными суровыми условиями, может быть, еще чем-то, так сказать, красотой неимоверной, заставляют как-то быть чище и вычищают все грязные зоны нашей души. Вот, что же стало после того, как им пели каждый день по нескольку раз, что они герои, герои, герои. Вот, это уже каждый внутренний только может посмотреть, как он на это реагировал, поверен ли он в том, что он герой и опять центр мироздания, либо он вспоминает уроки, данные в горах, и понимает, что надо жить в согласии с другими людьми, с природой, с горами. Есть такое выражение, что гора пустила или гора там не пускает, а не то, что там, я взял гору, я поднялся. Среди людей, которые ходят в гору, есть такой подход, что гора пустила. И вот вокруг этих слов и шли, в общем-то, беседы ребят. То есть насколько это так? Человек и гора пришли сюда, чтобы иметь какой-то разговор, диалог и научиться друг у друга чему-то. В базовом лагере на высоте 4700 метров плохо стало Георгий Кахриидзе. Давление упало до 60 на 40. Слава Богу, удалось вызвать за ним вертолет. Десятого октября началось долгожданное восхождение. Угол наклона маршрута 35-40 градусов. На последних десятках метров еще больше. Конечно, участие в восхождении – личное дело каждого. Но личное личному рознь. Есть личное, имеющее большой нравственный смысл для многих, а то и обществу в целом. И если этот смысл доходит до другого человека, то чья-то боль становится его болью, и чья-то печаль – его печалью. Вот тогда-то и является сознание, что мы – люди, и в самом деле едины в этом поднебесном мире.
мире.